продолжаем проект наш музейный, а вообще-то он объявлен Донецкой Народной Республикой, называется «Творческая молодежь Донбасса». Первым этапом, совсем недавним в этом проекте, было открытие выставки. Кто не познакомился, можете пройти. Совсем недавно, вот в прошлую пятницу, открыли мы замечательную выставку творческой молодежи из нашего Донецкого художественного колледжа. Он теперь так называется, художественное училище, чтобы было понятно. Хотя его уже хотят, планируют сделать академическим, собственно говоря, академии хотят сделать. Но как получится, так получится, потому что жизнь наша очень изменчива. А сегодня мы продолжаем эту традицию, и перед тем, и еще не наступили холода, которых нам обещает дорогая природа, на завтра и послезавтра заморозки, у нас в зале тепло и уютно, и вот еще почему. Потому что этот зал вмещает всех тех, кто любит, понимает, и понимает, что в трудной нашей жизни на сегодняшний день, вот то, что у нас за окнами происходит в политике, очень часто единственный, кто вытянет тебя за волосы, можно так считать, на созерцание положительное, то, что с нами происходит, и в душе, это, конечно, это живопись, стихи, музыка. Эти три единства сегодня будут присутствовать у нас в полной мере. И сегодня перед вами выступят два замечательных человека, которые составили отдельную программу. Она называется, у вас у всех есть, мы не будем даже объявлять, чтобы вы просто понимали, «Первозданный мир». Это два человека, которые нашли себя творчески и продолжают искание. И я с удовольствием буду предоставлять их, а вы, пожалуйста, встретите их тепло. Роза зовут Лермонтова. Прошу вас. Она переводчик с испанского, как я понимаю, правда? Соответствует имени Розы, это мое мнение, я думаю, вы тоже согласитесь с этим. Она автор поэтических сборников под названием «Светлые стихи», которые вышли в Петербурге в 2014 году. И в Донецке вышла поэтическая ее работа «Кружево слова» в 2016 году. Она победитель литературных конкурсов, и недавно я узнала, мы не так близко знакомы, что, оказывается, вы еще и библиотеки творческие вчера проводили, и прочее, прочее. Она скромна, и будущее, мне кажется, вот за такими творческими людьми. И сейчас я хотела с удовольствием пригласить сюда еще и партнера, друга, соратника по сегодняшнему программе «Первозданный мир» Кривенко Адамова Семена. Прошу вас сюда. Он. Пристрастие к различным жанрам музыкальным на нашем великолепном инструменте, на котором играл Рихтер, он проявит, и вы знаете, звучание его замечательное, нам микрофон здесь совершенно не нужен. Он пишет в разных жанрах, и классических тоже, мало того, еще кинокомпозитор, он постесняется о себе сказать, давайте поприветствуем такой вариант. Педагог и автор трех музыкальных альбомов. Ну, наверное, часть из того, что вошло в эти музыкальные альбомы, хотя бы маленькая, сегодня прозвучит. Я даже не объявляю программу. Итак, Семен и Роза перед вами. Всего доброго. Добрый день, дорогие друзья. Я тоже хочу сказать пару слов. Рада всех вас видеть. Спасибо, что в этот весенний день вы решили наполнить свой день музыкой, поэзией. Сегодня прозвучат музыкальные композиции, которые вы услышите одними из первых. Сегодня будет много красивой музыки, много хороших, славных поэтических строк. И, как сказал немецкий писатель о музыке Бертольд Ауэрбах, что музыка – это тот всемирный язык, который не нужно переводить, который всем понятен, с которым душа говорит с душой. Я думаю, сегодня вы сможете это прочувствовать. Люди, чье искусство есть словесный жанр, они даже отчасти завидуют музыкантам, потому что музыкант способен каждому донести то, что у него на сердце. Тем, кто пишет слова, нужны, конечно же, переводчики, чтобы их поняли люди, на говорящие, думающие на разных языках. Еще есть такие хорошие слова о музыке. Их сказал американский писатель Уолда Эмерсон, что музыка побуждает нас красноречиво мыслить. И отталкиваясь от этих слов, от этих мыслей, мы как раз решили совместить вот это вот красноречивое мышление вместе с музыкой и создали этот музыкально-поэтический концерт.
Ну что ж, я думаю, начнем. Как будет все построено, я думаю, вы даже видели в программке. Стихотворение, музыка, они все тесно очень связаны друг с другом. И прослушав те или иные строки поэтические, возможно, вам будет лучше понятна музыка. Яснее то, что звучит в музыкальной композиции. Музыка будет разная, лирическая, о природе, о любви, обо всем. Все дело в человеке, все дело только в нем. Я опускаю веки, я в городе другом, но счастье снаружи не может снизойти. Закончатся дожди, повеют ветры, стужи, так много мест, куда я хотела бы сбежать, но от себя я знаю, мне не уйти, и знать мне это все. Десятилетия, века, мир приоткрыл тот абрис тонкий, куда
никто не проникал. Мне показали мотылька и только. Thank you.
ночью звезды сыпаться стали. С потолка на мое одеяло. И мерцали они, и сияли, но светлее от их света не стало. Нестерпимо в сознании звенели, как коробка стеклянных игрушек. Беспрестанно, немолчно шумели, словно стая испуганных птиц. И покой мой нарушив, растаяли. Дом на печке водой без границ. Только тьму за собою оставили. Свечки тьму разгоняют со страниц. Эмоции, или забытые, или новые. Музыка заставляет нас
Во мне целый океан нежности, теплых чувств и ласки к тебе. В необъятный небес вечности растворяюсь, живя на земле. Во мне целый ураган мысленный разметает все, что не ты, и рушится с грохотом истины, и крошится к ним мосты. Во мне целый океан нежности, бесконечный, без дна, без границ. Он томится, он хочет вон вырваться в небо стаи свободных птиц. Thank you.
Черные ночные очертания, ветки сада, силуэты, тени, мелких звезд холодное мерцание в темно-синем предосеннем небе. Меркнув, мир рисует розы серым, те, что были белыми в лучах, и луна, скрываясь в облаках, отыскать их так и не сумела. Thank you.
вселенной, созвездия, что ночью лет не видны. Таких, как ты, героев вечных книг, найти и встретить редкостный подарок. Я видела тебя во сне короткий миг и на картинах среди старых арок. Твоей души туман не разгадать и не найти таинственную пристань, лишь с каждой новой вспышкой погибать и возрождаться дуновением мысли. Thank you.
сказав, что вот это светлое настроение, оно сейчас нам очень нужно, очень кстати, как и солнышко, как и весна. Они тематически так построили всю сегодняшнюю программу, что вот эта вот светлость осталась. «Изгнание из рая — это не для вас». Вот наша картина, можете потом посмотреть. И я с удовольствием еще раз бы приглашала и буду приглашать от имени нашего музея к нам сюда приходить, потому что вот это светлое начало, оно замечательное просто, правда же? Они оба светлые, а главное пожелание – сохранить вот эту легкость, светлость, чистоту. И в память о нашей встрече хочу вам, Роза, преподнести вот такую неувядающую розу. Спасибо. Это первое. А второе. Из Бородина вам большой привет от Лермонтова. Лермонтова. По вашей части. Это от всех нас из запаха весны и цветения. Дорогие друзья, ну что ж, наша встреча подошла к концу. Она не была и большой, но очень легкой и светлой. А в следующую субботу в 13 часов у нас будет концерт Анны Булгаковой, солисткой нашего оперного театра. Приходите, пожалуйста, следите за вашей рекламой. Спасибо вам большое.